Привет, мои хорошие, с вами Айгеймери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Как вы уже поняли, сегодня мы опять с вами будем кушать, вернее, я буду кушать, вы будете на это смотреть. Одно из моих любимых блюд – это пельмешки. Я, кстати, люблю именно покупные. Домашние мне не нравятся, потому что там прям чувствуется лук, а без лука моя мама не готовит, поэтому я люблю покупные. И купила я в этот раз специально очень крупные. Я думаю, что на видео они будут выглядеть более зрелищно. Здесь почти килограмм. Я попытаюсь это все съесть за один раз. Это прям уже рубрика на моем канале. Итак, что я приготовила в качестве соуса? Это майонез и кетчуп. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы тоже любите пельмени, с чем именно вы едите пельмени. В моем случае мне больше нравится просто с майонезом. Ну, иногда и, конечно, с кетчупом, но кетчуп я в априори не люблю, поэтому как-то так. И приготовила себе водичку. Даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем с этого края. Макаем в майонез. Я люблю, когда майонеза много. Очень вкусно. Далее, значит, пробуем с кетчупом. Ну, на самом деле, я, конечно же, пробовала с кетчупом. Просто не очень люблю. Так. Моя одна родственница говорит, что кетчуп это вообще красная смерть. То есть в нем очень много химикатов, и это вообще не стоит кушать. Ну, блин, вкусно. Как бы это ни было вредно, если это вкусно, и если мы живем один раз, я считаю, что надо есть. Хочу также отметить, что это видео я хочу заснять как Асмир. Поэтому я микрофон поместила сюда, чтобы все было очень хорошо слышно. А мы с вами продолжаем. Следующий, иди ко мне. Очень вкусно. Я считаю, что еда – это одна из главных задач у нас в жизни. Я получаю удовольствие от вкусной еды, как ни от чего другого. Раньше мне доставляло удовольствие, когда я покупала какие-то новые вещи, но потом я начала очень часто что-то себе покупать. Я поняла, что это мне уже не дает прежний кайф. Сейчас главное, что мне дает удовольствие в жизни, это еда. Как бы это тупо ни звучало. Также не люблю, когда пельмени переваренные. То есть мне не нравится, когда они такие разваливающиеся. Для разнообразия. Еще я, кстати, очень люблю сырный соус, но, к сожалению, его не было дома, поэтому пришлось вот обойтись кетчупом и майонезом.
чтобы чаек. Но если я сейчас выключу камеру и пойду делать себе чай, то это видео затянется. А я голодна. В некоторых как будто вообще ничего нету. Посмотрите, кто съел мясо из этого пельмена. Вам, правда, не видно, но вот здесь тарелка не заканчивается. Тут есть еще пельмешки. Мне кажется, я уже съела больше половины. И я еще до сих пор голодная. Нет, с кетчупом не то. Мне больше нравится с майонезом. Причем я ем с хорошей скоростью, заметьте. Уже натренирована. Уже майонез заканчивается. Я молодчина. Смотрите, этот пельмен тоже какой-то такой, посмотрите. Нету мяса.
Давайте подвину сюда, потому что тарелка большая и не умещается в кадре. Это все, что мне осталось есть. Как вы думаете, я съем или нет? Конечно же, да. Я также хочу снять, как я ем целую курицу гриль. Что вы думаете по этому поводу, пишите мне в комментариях. Очень интересно. Но я думаю, что скорее всего я ее буду есть без хлеба, потому что с хлебом целую курицу съесть за раз не удастся. Иди ко мне. Все, аллилуйя. Мне, кстати, писали в комментариях, что после видео про крабовые палочки ты, наверное, их видеть не можешь, но я вам скажу так. Я их обожаю. Даже сейчас я бы не прочь была бы съесть 20-30 крабовых палочек. Ну, 120 я загнула. Кстати, если вы не видели это видео, то обязательно посмотрите. Полазите у меня на канале, оно одно из популярных. Я стараюсь по возможности всем отвечать. Но в Инстаграме я отвечаю абсолютно всем. Так что обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. А если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео. Пишите в комментариях, с чем именно вы едите пельмени, любите ли вы. А на этом все. С вами была Эмили. Всем пока.